Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и, собственно, мы продолжаем проходить Dark Souls. У нас в прошлой серии она как бы большая получилась, около часа, я ее разделю на две части. В общем, кто не знал, тот будет знать, что там она очень-очень сложная, и я куда-то упал. В общем, эти жабы, это просто, или лягушки, это просто что-то нечто, я не знаю, они настолько упоротые. Я просто не знаю, как я не умер. Это мне просто повезло. Так, и достаточно была хорошая серия. То есть мы нашли человечество, убили там эту большую крысу. Нашли там всякие души. То есть солдат погибших. В общем, все очень хорошо. И я так понял, мы практически то есть дошли до босса, но я не захотел с ним драться. Сейчас попробуем пройти его. Так, давайте, наверное, качнем жизнь. У меня есть души. Я не знаю, хватит ли мне прокачать еще скилл. Окей. Вроде у меня еще есть. Да. Нужно было меньшую заюзать. Давайте на двадцаточку, да? Вот так вот. Так. Неплохо, неплохо. Ну и, собственно, идем драться с боссом, если там босс. Я более чем уверен, потому что можно было призвать NPC на помощь. А в основном это делается перед боссом. Так, тут мы не будем. Или давайте подождем, пускай он подойдет. Ладно, не буду я. Мы еще, кстати, вот сюда вот не заходили. Надо быть осторожным. Куча крыс. Смотрите, их там пятеро. Чё? Только одну задел? А почему они меня боятся? Смотрите. И в прошлой серии, кстати, убегали. Не, ну то, может быть, меня не заманивали куда-то, но посмотрите, вообще, 5 крыс и ни одна не напала. Большая секира. Кстати, что у меня там? Перегруз. 140, да? 32 силы, они что ж? А если у меня будет 32 силы, я лучше большой меч темного рыцаря одену. И буду крушить все. Хотя его там очень сложно подточить. Достаточно много душ нужно использовать, если я не ошибаюсь. Но все же. Так, нужно что-то выложить. Допустим, этот меч. Ну и давайте этот меч. четырнадцать весит, конечно. Арбалет маленький, да, уберем, потому что есть большой. Ну, тяжелый арбалет. Посох колдуна, откуда я его взял? Взял и не заметил. А, щит уберем, который мне не нужен. Эти два щита пускай у меня будут. Один против магии, другой против огня.
Так, подождите, у меня же... Блин, у меня были стрелы. Я мог... не стрелы, а болты. У меня были стрелы, но я их не поставил. Опять стрелы, сказал. Болты. Так, тихо. Чё это я вышел? Смотрите, опять этот глюк. Опять? Какого хера костер потух, что ли? Я не знаю, это, видимо, что-то кто-то делает, что... Ну ладно, неважно. Я, в принципе, все сделал то, что хотел. Просто если меня убьют, я тут появлюсь или нет? Это тоже, кстати, интересный вопрос. Потому что если я где-то в попе появлюсь, в попе мира, мне как-то будет в облом бежать. Ладно, давайте сходим сюда. Перегруза нет. О! Смотрите, видите? Они реально боятся меня. Нет, не боятся! Знаете, как это? Банда такая, одному в лицо дал, все поразбегались. Это что-то вот похоже было. Оп, оп. Да ладно. Так, опять их там толпа, да? Так, там какой-то проход есть. Как я так задел? Троих задел. Оу. Так, аккуратненько идет. Идем. Потому что может быть ловушка. Кстати, если помните, я тут упал, да? Или нет? Вроде как да. Или нет? Так, а сюда мы не ходили. А, это тут маг. Окей. А ну-ка, иди сюда. Чё, не нравится? Стыка положил. А чё ты хотела? Давай, подымайся. Больше никого тут? А вон еще есть. О, отлично. Давайте осмотримся. Так, ящики. О-о-о! Вот это я вовремя щит поставил, реально, ребят. Я думаю, ну, типа, знаете, так прикольнулся. О, ящики, кто-то выпрыгнет, а сразу две штуки. Так, тут опять. Не? Никого нет? Да, что? Я так понял, с крыс очень большая вероятность выпадения человечества. Человечности.
Блин, эти лабиринты меня вообще как-то... А, я понял, где это. Не нравятся мне, в общем, эти туннельчики и лабиринты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, что-то я даже не смотрю на потолок, мало ли. Могло прыгнуть мне на голову. Ага, и тут тоже провалиться можно. Тут вроде как все спокойно. Так, слышу, что-то квакает. Ой, блин! Чуть не упал. Это там внизу жабы квакают, в котором я упал, и меня чуть не замесили. Так, тут же все спокойно, да? Да. Так, ну вроде теперь... Полностью оббежал локацию. Я думаю, ничего не пропустил. Так, это мы у костра, да? Давайте проверим, можно? Вроде он, да, зажжен. Но я вроде не перегружен. Да, все нормально. Ладно. Пойдемте. Нет. Да, пойдемте. Не хочу я юзать костер. Сейчас опять все появятся. Появится маг. И тому подобное. Мне опять его убивать. Не хочу я. Так, тут. Так и быть. Интересно, что с них выпадает? Или вообще ничего не выпадает? Фу, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Таргет! Таргет! Твою мать, где мой щит? Откуда она вообще выбежала? Еще одна. Успел поставить блок. Да. Ладно, еще одну давайте. Да хрен тебе, я с тобой не пойду.
Фух. Ой, блин. Вот это хрень. Реально опасно. Так, у этого штриха мне ничего не нужно. Если я не ошибаюсь, мне сюда. Так, мага не слышно, и меня это радует. Вниз. Еще ниже. А, я не знаю, можно ли, ну, нужно ли призвать. У меня интересно что-то. Давайте. Ничего у меня не отнимется. Человечность, например. Прикольно. Я думаю, сейчас, если я еще второго вызову, я думаю, там вообще будет в разнос. Да. Если пошел ролик. И что у нас тут? Змея или что? Крокодил, змея. Помните, я говорил в прошлой серии о размерах? Потому что локация, посмотрите, какая большая. Так, какой-то дракон, он вообще на дракона не похож. Я хочу убегать. Так, попробуем. Ого! Хвост нести. Что-то я не особо-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувак, убегай от нее. От него, от не. Я не знаю. От дракона убегай. Посмотрите, сейчас ему жопа. Я еще промазал. Что-то я вообще, да, не особо коцаю. Есть. Я так понял, практически у каждого босса, если у него есть хвост, значит там пушка будет. Но я, возможно, ошибаюсь, но это мои такие. Ой, что-то он там делает. Что-то, ну он вообще бронячий. Я не знаю, ли у меня такая пушка отстойная. Ну. Блин, ну она же вроде не отстойная. Или на него просто она как-то не особо влияет. Я лучше отбегу. Ой, убегай!
Убегаем. Немножко неудобно камерой управлять. Убегай! Ой. Главное, чтоб не зацепил. Боже, я еще и промазал. Ладно, я убегаю. Не спеша, но уверенно. Фух. Тихо. Там какая-то подсказка написана. Или же, как обычно, получилось. Посмотрите, я ему по пол штуки сношу. А, давайте возьмем, что ли, в две руки. По пол штуки сношу, и, блин, у него вообще, ну вот, пол штука это одна черточка. Ладно, убегаем. Или это я критую? Понятно. Тихо. Убегаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, что мне повезло, потому что я думаю, он меня мог вырубить. Что-то он там нехорошее делает. Еще раз, два. Где-то 9-10 ударов, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё это за рвота была? Какая-то дверька закрытая. Нет, 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 нет. Сейчас он, наверное, это будет жижу пускать. Или нет? Нет, я ошибся.
Ну и хрен с тобой. Убегаем. Еще немножко. Давай, добью. Давай, давай. Есть. Фух. Ключ от чумного города получил. Двойная человечность. Косточка возвращения. И 25 тысяч душ. Офигеть, как круто. Получилось. Ну, я как я и говорил, да? Что тут у нас? Легкая броня, по идее. Ой, не то. Триста восемьдесят. Обалдеть. Чё у нас? 50 силы. Ну да, мне еще мечтать и мечтать. Там внизу, наверное, какой-то город. Или просто обрыв? Нет, просто обрыв. Фух, ладно, ребят, идем к костру. Сохраняться. Неплохо, с первого раза. Ну, собственно, как видели, вызывать этого рыцаря можно было и не вызывать. Особо он не помог. Буквально на 30 секунд или на сколько? Ну, на минуту. Отвлек свое внимание. И все. То есть отвлек на себя внимание. И больше ни на что он тут не способен. А, вот, по идее, это от этих дверей, да? Чё скажешь, нового что-то? Расскажешь или нет? Нет. Да. Ого, как потемнело. Удар в падении. А, вон лестница, я думаю, можно... спрыгнуть и кого-то там ударить, скорее всего, но я этим заниматься не хочу. Я спокойно, лучше потом слезу. Так, это все хорошо. Давайте вернемся к костру. И потом уже будем искать следующий костер. Так. А вот и наш костер. Думаю, можно положить, да? Так. Новый уровень, ребят. Я даже не знаю, что можно поднять. Можно поднять
аж 3 уровня и быть 41-м. Наверное, сопротивление на 3 нужно будет поднять. Или здоровье, или, не знаю, по одному везде накинуть. Фиг его, короче, знает. Ладно, разберемся. Давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.